Приближаемся к 2000 урокам подряд. Представляете, 2000 уроков почти. То есть более 5 лет, где-то по 300 уроков в год уже, лет 6 по 300, это 1800. Примерно где-то, я думаю, около 1800 уроков. Хорошо. Итак, значит, сейчас у нас глава Экив. Экив Тишмеун. Вследствие того, что будете слушать. Значит, Моше Рабейну продолжает давать напутствие еврейскому народу перед смертью. Кстати, сегодня у нас будет урок Торы для Рефуа Шлема, чтобы было ему Рефуа Шлема, Рефуа Нефеш, Рефуа Тагуб, Бетов Шархуля Исраэль. Исраэль Мойше, Бен Хайзиса. Ехал человек на велосипеде, упал. И было это как раз перед 9 ава. Вот этот период Бен Амицарим, да, между теснинами. То есть ездил на обычном велосипеде, никогда не падал. Тут вдруг ехал, в каске был, все, в шлеме. Упал, разбился вообще полностью в реанимации. Вот так вот бывает, представляете? Такое время, в это время, которое было, вот надо было очень-очень быть осторожными. Прям реально надо было остерегаться. Как мы в книге Эйха читали на 9 ава, написано, что все беды тебя, которые должны настигнуть, они будут прям между теснин в это время. Хорошо, значит, в главе Ваетханан, которая была до этого, Моше Рабейну говорил самые важные вещи, которые только есть. Ваетханан — это такая, прям можно сказать, основа договора. Вся книга Дворим — это повторение всей Торы. Вот за 7 дней перед смертью Моше Рабейну повторил всю Тору и как бы сделал резюме, подвел итог. Теперь в главе Ваетханан он как бы сделал сжатый файл, знаете, как в договоре, суть договора. То есть это еще один более сжатый файл, который был о договоре между Богом и еврейским народом. И, значит, в главе сейчас Экев идет уже расшифровка, уже идут детали этого договора. Само слово Экев, Вая, Экев Тишмун, Экев — это вследствие. Экев — это как Яаков, имя Яаков, оно идет, только Ю добавляется. Экев это вследствие, а Яаков — это тот, который, он держался за пятку, когда выходил. Пятка — это тоже Экев на иврите, да? Значит, и идет вот такой текст. И будет: если вы будете слушать законы эти и сохранять их, и делать их, то тогда Шамар Ашем Элокеха Алеха это брит. Тогда Бог будет сохранять с тобой союз. Который союз и хесед. Союз, значит, есть союз, мы договорились. Есть милосердие, да, то есть, когда каждый делает больше, чем договорились. Это называется хесед. Милосердие — это когда делаешь больше, чем договорились. Ашер нишбаля авотеха, который он поклялся про отца. Тут нужно всегда понимать, что человек, все, что он в мире в этом получает, вот некоторые говорят, за что мне несчастье? А что ты не спрашиваешь, а за что мне счастье? Почему ты вдруг говоришь, не, ну счастьем понятно, счастье это мне положено. А вот несчастье за что? А почему не задать такой вопрос, а счастье за что? То есть человек получает, он проснулся утром, он здоров, у него есть, он дышит, все органы работают, у него есть работа, все близкие здоровы. Он почему не задает вопрос, Господи, за что мне это все счастье такое привалило, что у меня все это есть? Он в этот момент, вместо того, чтобы встать и сказать «Моде ани лефанейха, я благодарен перед тобой, мелехаве каям», он вместо этого встает, типа «Ну нормально, что-то не хватает, что-то не додали, у соседа больше». Вот Инстаграм, посмотри, «Не, ну что они на Сейшелах, что там, не там, не здесь». То есть человек вместо того, чтобы сказать спасибо за подарок, за то, что есть, он в это время не говорит спасибо Всевышнему, недоволен, то не хватает, здесь не хватает, все. Потом несчастье какое-то, да? Он такой, а за что это мне, Всевышний? Чего это такое? Как это? Значит, здесь нам дана формула вот эта, да? То есть, если ты будешь соблюдать законы и сохранять их, и делать их, да? Значит, тогда Бог сохранит союз, который заключил с праотцами. У каждого из нас есть еще накопленные, знаете, как есть анекдот известный, когда один человек пришел в ресторан, шел по улице, видит ресторан. И такая вывеска, значит, за все заплатят ваши дети.
Он и очередь стоит. Он говорит, в смысле, это новый такой вид ресторана, значит, за все заплатят ваши дети. Он стал в очередь, значит, заходит, ему показывают меню прекрасное, все. Он говорит, а в чем фишка? Ему говорят, фишка в том, что вы кушаете, а счет остается потом на ваших детей и внуков там, на внуков. Он говорит, вот это отлично, прикольно, когда. Ну, в общем, он заказывал, значит, все, покушал, выпил, все ему понравилось. Значит, приносит ему счет, он подписывается и передает привет, привет внукам, значит, все, дедушка покушал, значит, заплатите. И уже собирается выходить, тут ему дают, говорят, секундочку, с вас там крупная очень большая сумма. Он говорит, а с меня за что? Внуки же заплатят. Правильно, но ваш дедушка-то здесь тоже кушал в этом ресторане. То есть за все надо платить. Ему дали счет его дедушке, который дедушка накушал точно так же. И вот у нас у каждого есть, над нами есть дедушки, прадедушки, прапрадедушки. У кого-то это он там самоотверженно спасал людей, у кого-то там он самоотверженно помогал, кто-то у кого-то он самоотверженно там. То есть разные, мы же не знаем, какие были дедушки, да, у всех дедушки разные. Значит, и получается, что жизнь человека складывается из этих факторов, да. Значит, то, что ты делаешь сам, насколько ты соблюдаешь заповеди Бога. Второе, насколько наработали твои предки, твои праотцы, и насколько ты сам, вот этот вот момент хеседа еще всегда присутствует, как два продавца стоят на рынке, да, к одному очередь, другому нет очереди. И у них цена одинакова. Почему? Один насыпает с горкой, еще и улыбается, а второй цена такая же, но без горки. Вот хесед, милосердие, это как раз вот эта горка, которую ты можешь как бы в мир выдавать, а можешь не выдавать. Это называется хесед. Дальше идет обещание, что Бог сделает в случае, если ты будешь соблюдать заповеди, и он будет сохранять ту клятву, которую дал праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И будет тебя любить, и будет тебя благословлять, и будет тебя умножать, и благословлять будет плоды твоего живота, то есть твоих детей и внуков. И плоды твоей земли, и урожай, и там виноградники, и оливковое масло, и там крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. В общем, все, что он поклялся праотцам, продолжает Моше Рабейну, значит, Бог тебе даст. То есть то, что Бог поклялся Аврааму, Ицхаку и Якову, он даст их потомкам. И будешь ты благословлен там среди всех народов, и не будет у тебя бесплодных там и так далее. Значит, не будет никаких болезней. Идет прям благословение. Я, когда хочу кого-то сильно благословить, я говорю такое благословение. Я говорю, чтобы были на тебя все благословения, которые есть в Торе. То есть в Торе очень много благословений, и ты же не можешь все их запомнить даже и перечислить. Но ты можешь человеку сказать там, чтобы были на тебя все благословения, которые есть в Торе, и, значит, ты одной фразой как бы подключаешься к этим огромным благословениям. Теперь дальше. Написано здесь, что у тебя не будет страха перед теми народами, которые идолопоклонники, которые заселяли землю Израиля. То есть Моше Рабейну обращается к еврейскому народу, они подошли к границе, и там за границей такие богатыри, дикие такие, знаете, когда фильмы были про индейцев, такие они раскрашенные, такие они делали себе специальную такую окраску, значит, страшную такую, и у него такое ожерелье висит, а на ожерелье скальпы они вешали, такие скальпы, которые они снимали с живых людей, то есть они как бы такие были. И значит, тут у него зубы, там браслет из зубов, там тут у него череп в руке какой-нибудь, да, такие они страшные были реально. И Моше Рабейну говорит, не бойтесь их, говорит, лотирамеем, прям написано так, 18 отрывок, не бойся их, закорти скорбь, помни, всегда помни, что делал Бог всесильный твой фараону и всему Египту. То есть, чего тебе бояться? Вы из Египта вышли, все. Значит, помните всегда во всех этих там знамениях и так далее. То есть, у Всевышнего много есть возможностей, чтобы Бог всесильный твой в твоей среде Эль Гадоль Венура. Бог великий и страшный. Значит, получается, что когда еврейский народ соблюдает заповеди, то Бог находится в его среде, и тогда нечего вообще бояться. Значит, и даст Бог всесильный твой перед тобой их, значит, в общем, не бояться и так далее.
Но тебе нужно обязательно, когда ты захватишь эту землю, их надо выгнать или уничтожить. То есть или пусть уходят, или, значит, если хотят оставаться, нельзя так. Почему? Потому что их вот эти вот идолы, да, значит, если ты их не сожжешь, если ты их не уничтожишь, то тогда получается что? Тогда ты можешь начать, Всевышний так и говорит, невозможно, вот я вам говорю, это какая-то удивительная вещь. Я на секундочку зашел в Инстаграм, потом смотрю, прошло 15 минут. То есть ты можешь рассказывать сколько угодно о осознанности, о том, что оно на тебя не влияет, оно это. Но есть вещи, которые сильнее, чем человеческая осознанность, воля и так далее. И вот в наше время это самая сильная вещь, которая просто смывает, забирает у человека его жизнь, это в соцсети, интернет и так далее. То есть оно сильнее, то есть это так сделано, запрограммировано. То есть там настолько такие, ну, если это стоит, там, например, десятки миллиардов долларов, и они в год тратят миллиарды, миллиарды долларов на то, чтобы разрабатывать до секунды какие-то технологии, чтобы цеплять внимание и не отпускать, то человек обычный один, он с этим не может как бы противостоять этому и бороться. А идолопоклонство это было еще это была привлекательная вещь, чем Инстаграм. То есть они, когда вот эти вот идолы, они, значит, тут они на войну шли, они там череп вроде все. А тут, когда они идолам служили, они наоборот, музычка хорошая, значит, там дым запускали, трава там какая-то, марихуана, значит, все, грибочков каких-то наелись, танцуют, весело. И евреи смотрят, думают, ну что здесь плохого-то, да, вот какие приятные люди. Вот у них тут парад гордости, все такие либеральные, все такие они, значит, добрые, меньшинство уважают там и так далее. И Всевышний говорит, не приближайся к этому всему, то есть, потому что это мерзость для Бога. И если ты, значит, вот прямо написано, 26 отрывок, «Вело тави тойва эль бетеха», «Не неси эту мерзость в свой дом», «Ваита херем», «Потому что кому?» «Потому что я искореню это, как и их». Значит, ну, в общем, это мерзость для Всевышнего, и это, значит, будет искоренено в любом случае. Теперь, значит, а что надо делать? Делать надо заповеди. И дальше он говорит Всевышний, тут очень есть такая интересная фраза, значит, очень касается вообще понимания, как работает жизнь. Значит, написано так. «Вы захартает коля дерех, и будешь, и помни весь путь, которым тебя вел Бог всесильный твой, 40 лет». То есть их же повернули на 40 лет. Первый раз они испугались зайти. Их повернул Всевышний на 40 лет в пустыню. И говорит, значит, говорит Моше Рабейну от имени Всевышнего, «Помните, что вас повернули тогда в пустыню на 40 лет, для того, чтобы испытать вас, для того, чтобы познать, что в ваших сердцах, и будете вы соблюдать заповеди или нет. Ваянха, и Бог тебя испытывал, и был у тебя голод, и Он тебя кормил маном, который, чтобы ты знал, познал как бы на опыте 40 лет, чтобы сообщить тебе, лехем левадо ихья адам, что не хлебом единым живет человек, алколь моце пи ашем ихья адам, а от всего, что выходит от Всевышнего, живет человек. То есть их 40 лет кормили как раз, даст Бог день, даст Бог пищу, выпадал ман каждый день, для того, чтобы они запомнили одну фразу, что даст Бог день, даст Бог пищу. Не должен ты бояться завтрашнего дня, не должен ты бояться, что там что-то будет, получится, не получится. То есть ты должен бояться только одного, нарушить волю Всевышнего. Если ты со Всевышним в хороших отношениях, то тебе нечего абсолютно бояться, ни завтра, ни послезавтра. Но если ты со Всевышним в плохих отношениях, то ничего тебя не спасет. Никакие запасы, никакие черный день, там, никакие паспорта, ничего не спасет, а только хорошие отношения со Всевышним. Значит, и пятый отрывок тут есть, очень красивый такой, да, что и познаешь ты в сердце твоем, что как Иясар иш эдбно, как человек делает страдания своему сыну, да, увещевая его, воспитывая его, Ашем Элокеха Миасреха, что Бог всесильный твой, он тебе делает страдания.
То есть все, что Бог делает страдания, Он делает, чтобы научить, чтобы показать, что ты свернул не туда, что ты сделал какие-то неправильные действия, и как следствие приходит человеку страдания. Как Бог, как отец, любящий своего сына, он его воспитывает, так же Бог, значит, воспитывает людей. Вашемарта это митцват Ашем Элокеха, Элокет Бедрахав, и все это для чего? Чтобы ты сохранял заповеди Бога Всесильного твоего, идти его путями и бояться его. Значит, потому что Бог Всесильный твой приводит тебя в землю хорошую, в землю, в которой источники воды там, и так далее, все хорошо будет. Значит, и там ты будешь жить в абсолютно полном таком благоденствии. Значит, и в конце есть вот эта фраза очень интересная, 10 отрывок, последний в этом сегодняшнем дне нашем, то, что мы изучаем. И когда все у тебя будет хорошо, вы ахальта, и будешь ты кушать, вы саваата, и будешь насыщаться, увы рахта, и будешь благословлять Бога Всесильного твоего, алярец атува ашер натанлах, за землю хорошую, которую дал тебе. То есть, когда Бог дает человеку что-то, да, вот, вы ахальта, и кушал, будешь кушать. То есть, ну, мы все проснулись утром, покушали, например, там, кто позавтракал, кто кофе попить. Теперь, но если ты вы ахальта, бывает, что человек кушает, но он не насыщается. А почему он не насыщается? Потому что он не барахта, потому что он не благословлял. То есть работает все вот в этой вот связке такой тройной. Вы ахальта, и будешь кушать. И будешь кушать. Вы савата. Прогонишь, да? Вы ахальта. Вы савата. У барахта и благословлять. Вот эта вот связка тройная, она очень-очень... Там, кто-то пришел, какой-то злой кот, который обижает добрых кошек. Так получается, что это за злой кот, который обижает добрых кошек? Это природа. То есть в природе так устроено, что животные, они хищники. И люди такие полухищники. Есть в каждом из нас, есть вот эта хищная часть, есть добрая часть, есть святая часть, есть... Есть разные-разные части, и вопрос, какую часть ты в себе развиваешь, какую часть ты в себе усиливаешь. То есть сегодня, вот давайте закончим вот этой очень важной мыслью, что вы ахальтай будешь кушать и насыщаться, и благословлять Господа Бога твоего, и Он будет тебе и дальше давать. Это вот такая вот тройная формула счастливой жизни, да? Кушать, благословлять, и тогда еда будет тебя насыщать, потому что если ты кушаешь и не благословляешь, тогда ты можешь или не кушать в итоге, или не насыщаться, что в принципе равноценно, потому что есть люди, им всегда мало, им всегда не хватает, а если тебе не хватает, так что это за жизнь такая, если тебе плохо? Получается, что идеалом является вот эта вот тройная связка. Когда тебе есть что кушать, ты даже от малого количества пищи получаешь радость, удовольствие и так далее, и значит... И ты благословляешь Всевышнего, говоришь ему спасибо от момента пробуждения до момента засыпания, и все у тебя хорошо. Это то, что мы сегодня посмотрели в Хумаш, в Торе. Письменная Тора, Пятикнижие. Значит, мы посмотрели сегодня глава Экев в Пятикнижие. Сегодня 30 июля, и мы продолжаем изучать 30 июля. Мишли, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона. Вот книжечки, если вы еще не заказали, то закажите. Значит, по одной главе в день. И сейчас, кстати, пока книг нет, уже в Израиле все книги раскупили, сейчас едут сюда книги, значит, в магазинах тоже во многих их нет, только в Украине есть пока есть эти книги, поэтому можно все друзья Ваикра, значит, мы это я сегодня как раз подумал, друзья Ваикра, партнеры Ваикра, спонсоры Ваикра, у нас есть версия в Телеграме, бот, в котором вы, ну, можно изучать эту книгу. И мы все, кто становится друг Ваикра, партнер Ваикра, спонсор Ваикра, или заказывает книгу, мы всем этот бот открываем, чтобы вы учили книгу в Телеграме. Значит, сегодня я хотел в этой 30 главе обратить внимание на значит, 7-8 отрывок. В начале 7-8 отрывок. Значит, я как раз в эту субботу... Ну, в пятницу вечером молился перед... Есть три молитвы в день. Шахарит – это утренняя молитва, когда ты просыпаешься, то ты должен сразу помолиться. Это такая самая главная молитва, фундамент дня. То есть, если ты прям проснулся и первым делом, обычно перед ней ничего нельзя делать,
Нужно только, ну, подготовиться, там, умыться, помыться, кто там Нику окунается. Но не кушать нельзя перед ней, то есть не идти куда-то на работу, на встречи. Только, значит, молитва утренняя, это как начало дня, фундамент. После утренней молитвы есть дневная молитва. Дневная молитва молится, начиная от полудня и заканчивая до захода солнца. То есть заход солнца, уже время дневной молитвы заканчивается. И вечерняя молитва Маарив начинается от выхода звезд время, то есть лучше молиться сразу выход звезд. И такие знающие люди, они молятся минху, дневную молитву, перед самым заходом солнца, потом учатся где-то минут 30, и когда выходят звезды, читают вечернюю молитву. Это самая лучшая такая связочка, да, удобная. И вот, значит, перед шаббатом еще вечерняя молитва, дневная молитва перед заходом солнца, это будничная, последняя молитва недели. А уже вечерняя молитва с выходом звезд, это уже шаббат. В будничной молитве ты можешь просить личные просьбы. То есть во всех трех молитвах ты просишь у Всевышнего личные просьбы, то, что тебе надо, жизнь, потому что ты понимаешь, все от Всевышнего. И, значит, и у меня большой список личных просьб. То есть все, в принципе, что я делаю, все мои там проекты, цели в жизни, дети, там, родители, в общем, все, что есть, я же знаю, что все от Всевышнего. Поэтому я все прошу у Всевышнего, чтобы он мне дал то, что я прошу, для моего добра и чтобы всем было хорошо. Теперь, ну тут как раз перед шаббатом, последняя вот эта молитва, я не успеваю весь свой список огласить и думаю, что же мне попросить, как же мне сформулировать, чтобы, ну, можно попросить, там, чтобы все было хорошо, можно что-то одно попросить. То есть, это твой выбор, что просить. Теперь, значит, я думаю, надо как-то что-то одно попросить. И тут я вспоминаю, мы же учим Мишли, притчи царя Соломона. И царь Соломон, он был мудрейший из людей. И в 30 главе как раз есть такая, в 7 отрывок, он говорит такую фразу. «О двух вещах, штаем шалки маэтах», он Богу говорит, «две вещи я просил у тебя, в аль темнами мэни, не отказывай мне, бетера мамут, перед моей смертью не отказывай мне». То есть он всю жизнь просил две вещи у Бога. Это была его главная молитва такая, царя Соломона. Давайте посмотрим. Я, кстати, когда ее вспомнил, я именно ее и помолился. И очень она такая, очень глубокая и всеобъемлющая у него была молитва. Мудрейший из людей. Значит, 8 отрывок, он говорит так. «Шав удвар казав архет мимени, пустое и лживое отдали от меня». Раш веошер аль титенле, бедности богатства не давай мне, и трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом. Значит, если вдуматься в эти слова, то они действительно всеобъемлющие, потому что, когда ты просишь что-то у Всевышнего, ставишь какие-то цели. Человек ставит себе какие-то цели, говорит, мне это надо, мне то надо, мне все надо, мне то надо. Обычно человек не думает о последствиях, и те цели, которые человек себе ставит, очень часто вообще это не его цели, они ему не нужны. А они его ведут в сторону от его настоящих каких-то талантов, способностей реализации и даже счастья. То есть человек может хотеть какие-то вещи, которые абсолютно его, если он их получит, они его приведут к несчастью. Самый простой пример, значит, 6 президентов США, ну, за историю, там, за больше чем за 100 лет, 6 избранных президентов США убивали в первый же год после избрания. То есть, если бы они знали, что это цель, которую они себе ставили, то есть стать президентом США, это непросто, это ну, вопрос очень серьезный. Если бы они знали, что достигнутая цель приведет их к смерти в течение года, наверняка они бы сказали, зачем мне эта цель нужна? Ну, я не хочу, пускай буду не президентом, пускай буду сенатором, но проживу 50 лет и буду видеть, ну, там, славы меньше, чем у президента, конечно, власти меньше. Но быть сенатором неплохо. Обычно все президенты США до того, как были президентами, они были сенаторами, там, конгрессменами, то есть они тоже были не с улицы люди и нормально жили хорошо. То есть я уверен, что они, ну, не тот же Кеннеди, да, Джон Кеннеди. Если бы ему сказали, Джон, значит, если ты станешь президентом, тебя убьют. Он сказал бы, не, лучше не буду президентом, лучше я буду там министром каким-нибудь или еще вице-президентом. Теперь царь Соломон здесь он говорит, шаву двар казав архет мимени, пустое и лживое отдали от меня. Здесь как раз в этом пустом и лживом и заключены все неправильные идеи, все неправильные цели, все неправильные установки, все неправильные принципы, которые в принципе есть в мире, есть множество вариантов, во что верить,
что считать правильным, что, по каким правилам жить и так далее. Он одной фразой, он хотел это все убрать. Он говорит Всевышнему: пустое и лживое отдали от меня. Убери эту всю иллюзию, убери все вот эти вот тупые какие-то идеи, которые как дым, я хочу, чтобы они развеялись, и я увидел бы истину, настоящую истину, объективную реальность, чтобы если мне куда-то стремиться, чтобы это было реально то, что мне важно, хорошо, нужно, полезно и так далее. В этом как раз и есть вот эта просьба Всевышнему видеть во всем эмет, истину. Теперь, «Раш ваошер аль титенли». Значит, это, по мнению всех комментаторов, это относится не только к материальным каким-то благам, но это еще относится к бедности, богатства. Это две крайности. «Чтобы я не был слишком умным». Это есть люди, он умом, ума палата, который, значит, и у него в жизни все разрушено, потому что он такой шибко умный. Как царь Соломон в Экклезиасте, он и говорит, что марбе, он говорит, марбе хахма, марбе каас, умножающие знания, мудрость, умножают гнев. Ваюсиф даат, юсиф маком, добавляющий познание, он, значит, добавляет боли. Это у меня была одна клиентка, психолог в коучинге. И она уже 5 лет в терапии. И у нее вообще, она говорит, у меня голова расплющена. Просто говорит, вообще не понимаю, где я, кто я, что я, куда я. То есть у нее вся вот эта вот терапия, она просто ей расшатала ее внутренний мир. Она говорит, я просто вообще не знаю, кто я теперь. И вот, значит, это называется шибко умная, да, то есть слишком умная. Теперь царь Соломон говорит, богатство, то есть если говорить по-простому, богатство это материальные... Много денег. Много денег, это тоже проблема, потому что все, вот посмотрите, сейчас идут там миллиардеры, мультимиллионеры, их крадут, убивают, они с охраной, за ними гоняется налоговая, они судятся с родственниками, там, я знаю одну историю, как одна очень богатая семья, да, очень богатая семья, и, значит, они все пересудились там до, ну, совершенно, я не говорю, что есть случаи, когда даже убивают друг друга, но это была очень такая история, когда... Одни зарабатывали люди, да, в семье там, и они, была, ну, большая семья, значит, папа, у него там много разных детей, и, значит, и внуки. И вот один из детей начинает сильно зарабатывать, и он покупает, оформляет все свое имущество на папу, потому что он, чтобы налоги не платить, там как-то он не хотел. Оформляет на папу, теперь папа умирает. Он говорит всем остальным, там, родственникам, братьям, все. Он говорит, ну, вы же знаете, что это мои все деньги были. Они говорят, нет, это папина. Он говорит, как папина? Это я на него записывал. Ну, записано на папу, значит, папина. Значит, по закону мы должны по наследству все разделить. Он говорит, как, это мои деньги. В общем, они судились, там, это самое. Очень, очень серьезные истории бывают. То есть богатство само по себе, оно не всегда приносит человеку большое, большое счастье. Поэтому царь Соломон говорит, богатство и бедность. Ну, бедность, понятно, что это тяжело, плохо, когда нету заплатить за счета, когда, ну, то есть это просто ужасная вещь. Царь Соломон говорил, что когда, говорит, когда человек, у него нет денег, это, он говорил, ленивый, который лежит и там не работает, то к нему вначале приходит бедность, да, а потом приходит ему уже, не, вначале приходит, там есть слово, по-моему, ну, в общем, приходит первая стадия, когда ему не хватает, и он бедный, но еще нормально. А потом приходит такая стадия бедности, которая называется как вооруженный человек, когда ты уже все, у тебя нет еды, тебе негде жить, у тебя уже все, тут ты уже, как бы, ты из этого вылезти очень сложно. И царь Соломон говорит, мне богатства не надо, бедности мне не надо. Я не хочу быть дураком, не хочу быть шибкоумным. И трефени лехем хути, накорми меня законным хлебом. То есть как в жизни, человек, который имеет хорошую работу, который имеет классную профессию, у которого все законно, это называется законный хлеб. А в интеллекте законным хлебом является Тора. То есть, когда ты знаешь, что Бог, Создатель мира, назвал добром, назвал злом, что надо делать, что не надо, как строить отношения в семье, законы наследства, законы того, законы этого. То есть, когда ты знаешь законы, тогда у тебя жизнь и вся твоя семья, если ты с ними действительно
ведешь себя по закону, они тоже соблюдают эти же законы божественные, это называется счастье. Это то, что царь Соломон просил у Бога. И я, когда об этом вспомнил, то я уже, у меня не было вопроса, о чем молиться. Я именно об этом успел помолиться перед шаббатом. Значит, шав, удвар, казав, архек мимене. Пустое лживо отдали от меня. Раш, веошер, альтитенли. Бедность и богатство не давай мне. И трефени, лехем хути. Накорми меня законным хлебом. Это вот очень классная молитва. Значит, я 30 минут все-таки буду стараться сейчас вести уроки, чтобы не больше было. И есть у меня идея сделать еще один урок, но пока эта идея, у меня есть. Я сейчас пишу на Каэлет, на Экклезиаст. Я тоже пишу такой же удобный комментарий, как на Мишлей, чтобы было отрывок объяснения, чтобы был бот. И, значит, я думаю, что я хочу еще там сделать, чем сделать ту книгу лучше, Экклезиаст, чтобы на каждый отрывок была еще аудиоверсия и видеоверсия. И тогда получится очень классно. Я хочу сделать коротенькие такие уроки, 2-3 минуты, вот много таких уроков. В Каэлете, в Экклезиасте, в Мишлей 915 отрывков, 31 глава, 915 отрывков. А в Экклезиасте 12 глав, и всего лишь в нем 222 отрывка. То есть это нормально, можно сделать так, я думаю, недолго будет. Поэтому 30 минут у нас сейчас урок. Напишите свои выводы, пожалуйста. Прям конкретно, что резюме, что вам открылось, какие вы после этого будете делать какие-то выводы, изменения в жизни, что. То есть Тора это действительно карта мира. Это то, как Бог, Творец мироздания, сделал этот мир. И то, что мы ее с вами изучаем, мы узнаем какие-то вещи, которые они работают. Вот это реально так устроен мир. И очень важно, когда вы что-то учите, вы для себя выписываете там понял, осознал, и как семена, которые надо посадить в землю и за ними ухаживать, также эти мысли нужно в себе культивировать, то есть нужно их повторять, нужно по ним жить, и тогда вы встраиваете в себе новую такую вот свою, новую версию себя, которая связана со Всевышним, связана с душой, и которая будет жить вечно. Это как бы смысл того, чем мы занимаемся, изучение Торы, чтобы и в этом мире хорошо жить, и в грядущем, чтобы пустое лживо убрать от себя, все идеологии пустые лживые, бедность и богатство тоже убрать от себя, и чтобы питаться законным хлебом. Все, всем удачи, успехов, до завтра.